Тусма, выезжаем на волю из дому. Это выезд с базы. Поехали, заправимся. Выезжаем на Колымскую трассу. Лысая сопка. Это обычная заправка. Сколько 7 литров будет стоить? 428,40. Так, ну мне до полного, поэтому может быть чуть меньше будет. А? До 500 включаем? Да, давайте. Серега по-взрослому заправляется по самое горлышко. Ну и куда едем мы? А ехать куда? Тут я тебя спрашиваю. Дорога обосратая. Дорога обосратая. Поехали, на скалу заедем. Я там уже 2 года не был. Да я в этом году не был. Ракетницу запустим, да и ладно. А? У меня и самолет есть. Ну и самолеты еще можно снимать. Нету, блядь. Снова трасса. Что-то нам повезло в этот день. Надумали дорожники поремонтировать дорогу. Сначала надо залить ее, устроить болото, потом грейдерами немножко пошклести. Это туз. Так что мы сейчас булькаемся по грязюке. Когда работа кипит, машины едут, трасса живет. Мост через Мексиканку. Речки не увидели.
Надпись «Слава труженикам Севера», вон там слева оранженька. А вот тут я отрезал кусок, как мы туда на скалу съездили на часок. Там поторчали еще, поснимали. Тут сейчас так. Опа. И уже едем через час. Со смены. Народ отпахавший приехал. Надо было по городу. Как надо было? Остановки вахтовок. Всякие дражника вахтовки стоят, чумани там. Ну что, поехали? Давай, едем по городу. Поехали по городу проедем. Когда уже ты меня провожаешь? Как, через Ленина поедем? Ленина и на Советский, что ли? И от этого, от Северного. А, ну поехали от Северного. Езжай вперед!
чуем на северный. Совхозные коровники проехали на северный. Тут уже какая-то дорога все время больная и горбатая. Но в прошлом году кто-то чуть-чуть поровнял. Сейчас как-то полегче и по ней ехать. Ау. Ручеек Талон, он иногда тут ставит на уши полгорода во время наводнения. Эту сторону затапливает один мост. Ленина улица. По Советской не поехали, там вообще половина вот эта вот. До улицы Раковского перекрыта, вообще там никто не ездит. Разруха. Перед нами какой-то тормоз тут едет. Собрался. Блин. Советская, как обычно, грунтовка. Только по ней кататься, так иногда 200-е круизеры обгоняю легко, пока он там переваливается и ямки объезжает, я как ракета такой и улетел вперед. Темнеет, фонарики горят, красотища, если б не дорога. Гладенько. Вроде жизнь кипит тоже. Последний дом Советская, 4. Магазин Морж. Уезжаем. Блин. Ну и понеслись в обратную сторону. Заводская, слева Армейская улица. Тут СТП такая разваленная. Страх была, контора крутящая тоже.
мост. Вот чуть-чуть речку видать, мексиканку. Новый бокс Челбанья построила себе за лето по-быстрому. Пост ГАИ Тусм. Пятиэтажка Тусмовская. Бывшая база Тусма, теперь артель ЧВА. Вот Сережа и дома.